В прошлом году у нас производилось масштабное благоустройство в рамках программы «Комфортная городская среда». Была положена брусчатка. А в этом году, там, где была положена брусчатка, у нас раскопали. И всю брусчатку разобрали. Кто будет укладывать обратно и восстанавливать это все? Непонятно. Все поразломано, все поразобрано. Ну, ничего удивительного. А это вот то, про что и говорилось неоднократно, о качестве выполненных работ. Вот они, бордюры, уже не выдержали натиска времени. Уже вывалились, потому что они изначально были закреплены очень плохо. Ну, посмотрим, что будет дальше.